Григорий Викторович. Григорий Викторович. Протест Гончаренко, молчание. Это, ну, я хотел вас узнать, это протест или какой-то жест? С чем это связано? Так ты у него спроси. Так он молчит. Правильно? Нет, почему? Не, почему? Ну, потому вот что в прошлой игре буквально мы играли в воскресенье. Было то же самое. Он объяснил, почему, например, Бобровский судит сейчас сразу, ему никаких нарушений не дают. Почему этот судит, почему? Он же все сказал, почему вот здесь ставят пенальти, а здесь не ставят пенальти. Он все сказал. А толку-то ни от кого реакции никакой нет. А чем еще не нужно? Вы ждете реакцию от РФС? Ни от кого нет реакции. Каждый раз он одно и то же повторяет. Зачем? По вашему мнению, реакция должна быть, ну как она должна выглядеть? То есть реакция... Он сказал один раз, вы должны довести, нам бы хоть кто-то сказал, что да, ребят, так мы не правы, а нам скажут, что мы тут не правы. А ну как еще? Вот я считаю, что если бы мне надо было ходить на фошадер, я тоже не слово. Я бы тоже... Потому что толку от наших слов нет. Если подвести итог, у вас был выезд в Краснодар, и Ростов, какую бы вы оценку поставили команде? Команде, вот до сегодняшнего я поставил бы 5 баллов. Мы играли в сборе, мы были выиграли. А судейство, я так понимаю, 0.